статус-кво сохранять так, как есть. Переставить какие-то фигурки. И пусть оно так идет, потому что коллапс, потому что что-то еще. И выбор между альтернативой. Кому нравится так, как есть? Кому здесь нравится, чтобы было так, как есть? Петрович. Когда Украина самая коррумпированная через 2 года после революции достоинства страна в Европе. Кому нравится так, как есть? Когда премьер-министр, рейтинг которого 1%, шантажирует все общество и парламент. Вы, если я иду, вам будет плохо. Вот выбор.